Всем привет, друзья! Меня зовут Шустрый, мы продолжаем наше вечное приключение в Dragon Age Инквизиции. Мы находимся в DLC Чужак, и надо поговорить с Калином. Возможно, он нам прояснит за косточки. А может и нет. You there! You're to dodge, not catch! If that ball were a fireball, you'd be dead. И напал такой. You... Не просто собаку, а мабари. The merchant said he was abandoned. Perhaps his owner's tired of the novelty. Tired of you? With that positive attitude and fetching ability? Ну, выглядит он страшно. It's not supposed to fetch it. I don't think you understand how this works. Another Ferelden trapped at the Winter Palace. I couldn't leave him to that fate. Besides... I think he likes me. You could take him to Ferelden sometime. He should know where he came from. I did promise my sister a visit. She might try to spoil you. Remember who you report to. Ну и рожа страшная, господи. The Inquisition will change after this. I'm not yet sure what that will mean. Whatever happens, our people, you, Liliana, Josephine, will have my support in whatever form you require. I can't imagine the Inquisition without you. I am honored, and likewise, Inquisitor. You can help. Dodge this, and I'll find overpriced Orlesian dog treats before we go. Так, орлесянские хрустелки, те самые. Поместить. Ага. Ну, стопы. Все. Считаю, что мы молодцы. Так, с кем мы еще не поговорили? Вивьена было, Варик было. Кто это? Блэквелл. Было. Эрл мне пока не нужен. Жозефина. Железный бык сэра Коул было. Кассандра, Жозефина. Пошли к Жозе. Все? Дориана, правда, я не вижу. Ну или я... А может, он не приехал? Вивьена... А может, он там? Сейчас пойдем к Жозе, а потом... скорее всего, наверх. Блин, даже не знаю, что делать с Инквизицией. Распускать ее или... Подожди. Прочесть. Коул в последние несколько лет. Инквизитор, ваше предположение по поводу этого молодого человека Коулу оказалось абсолютно верным. Он демонстрирует уникальные способности к нахождению пропавших людей. После поимки противников наших агентов мы опасались, что с ним расправится при первой же нашей попытке приблизиться. Однако Коул смог добраться до них, сохранив полную незаметность. Хотя при себе информации он оказал... Хотя при сборе информации он оказался чуть менее полезным. Я стала пользоваться его чутьем для определения надежности источников. Согласно вашей просьбе, я ограничила его участие в спасательных операциях и в активных действиях против явно враждебных сил. Какой бы характер ни носила живущая в этом молодом человеке магия, не стоит применять ее для выполнения наименее приятных из ваших обязанностей. Окей. Жозефина в последние несколько лет. Лилиана в последние несколько лет. Ну, она же стала матерью. Ну, в смысле, главой церкви. Миледи Инквизитор, благодарю вас за вопросы. Мне было очень приятно. У меня все хорошо, но постоянно очень много дел. Подбор новых работников для моих апартаментов в Великом Соборе занял намного больше времени, чем ожидалось. Поэтому, если вы не против, я бы хотела на пару недель воспользоваться помощью разведчика Хардинга и поручить ей подыскать еще нескольких нагов. Я ни за что никого не найму на постоянную работу, предварительно не проверив кандидата в комнате с маленькими нагами. А те, что есть под рукой, уже почти выросли. Ладно, скоро увидимся в Халамширале. До связи.
До связи. Я так и думала. Что это? Скомканный шелковый платок, в углу которого чернилами написано несколько слов. Платок сильно испачкан в вине. Читается только «Жил-был человек из Хросберга». Хм. Интересно. It's been quite a day so far, has it not? I've been speaking with representatives from everywhere. Have they given you trouble? Not at all. It is quite alarming. It means they are all saving themselves up for later. Would you walk with me? I should like to take some air before the Exalted Council becomes inescapable. Mm-hmm. The palace has been most accommodating. We are, after all, here at their insistence, but the ministers may... No. No more talk of the council. This meeting was to spend time with you in a more relaxed fashion. Is this in your daily notes? 3 to 4 o'clock, idle chat with you. Хорош. Of course not. Not precisely. The truth is, there is a small entertainment happening tonight, to which I may be able to find a pair of invitations. You'd like me to go with you? Very much so. In all the years you've worked with Orlais, you had so little time to enjoy its culture. Орлей не позволял мне. I do wish you'd warned me the game would take more work after Halam Shiral. It's strange. Those were somehow simpler times. With all that's been happening, I promised myself a single evening out. I'd very much like to go with a friend. And what is this small entertainment? Something to ease our minds. I would very much like to surprise you with the details. Thank you for thinking of me. I'd be delighted to attend. Splendid! I will arrange things at once. The past years have been so busy. We have earned at least a few moments of rest. A calm night out sounds... Oh, bravo! Bravo! Что происходит? Что это было? Was the woman in gold playing a king? Who was the man in feathers? Oh, it's all very simple. The first actor's mask is determined by... well, I will lend you the program guide. But tell me, did you enjoy the performance? That was one of the greatest things I've ever seen. Truly. That part with the glittery, and they actually set fire to... Yes, I truly enjoyed it. Then I call tonight a great success. Oh, look, the encore signal. Это смешно, честно. Хорошо. Пошли к бану... Как, кто там? Бан-Теган? Нет? Ну-ка. Эрл Теган. Это не бан, это Эрл. Окей. Ра-та-тай, ра-та-тай. Хорошо. Кого еще мы не видели? Дориана? Ну, только Дориана мы не видели. Все, все остальных мы вроде как видели. Взять все. Трудная жизнь в верхнем городе. Городе. Городе, глава 10. Будет больно? Нет, не будет. Серебряное кольцо, найденное в фонтане. А? А. Кто-то сумочку забыл, разбитая маска. В
Фрагмент разбитой маски в бархатном мешочке. Остатки маски покрыты зелеными драгоценными камнями и орлиными перьями. В мешочке лежит записка. Попробую еще раз. Очень интересно. Как выйти сухим из воды? Чек. О, так, что здесь? Просвещение. Лакированная шкатулка. Денежки в фонтане, это мы любим. Монетки капризы, да-да-да, те самые. Скандальные сплетни. Окей. Герцог Сирил. О, Дориан! Любовь моя. Orle is on your side, Lord Parvus. The Inquisition's support is not a thing to lose lightly. Which is why the Orlesian court is circling it with a net and collar? Я уже охомутала. But you'll have to excuse me. I see an old friend I must greet. Иди ко мне, мой сладкий пирожок. Inquisitor, how long has it been? Don't actually tell me. I despise feeling old. It's good to see you, my friend. You arrived ahead of me. I hope all's well. It's everything I expected. We've been spared the burden of surprise. Orle wants the Inquisition tamed, Ferelden wants it gone, the Chantry medals, and Tevinter sends but one ambassador. That's me, by the way. A reward for my interest in the South. Thankfully, Ambassador Pavis is a token appointment. Call on me as you like. Нет, уйди от меня. Inquisitor. Duke Cyril Montfort, member of the Council of Heralds and Lord of Chateau Hayne. I have long followed your work. It is extraordinary. Is that sentiment shared by the rest of the court? Of course. Orle wishes only to offer respectful guidance to the Inquisition. The Inquisition's grown. It would be shocking if they didn't find us a threat. Yet you've started no major wars. The Inquisition is a very considerate rival. I have not forgotten Justinia's death. I had friends who perished at the Temple of Sacred Ashes. More than the good you have done, it is a good we may do together I don't wish to lose. Whatever happens, Inquisitor, I wish you well. Так, поговорить с послом, поболтать со старыми друзьями. Это мы уже сделали. Лилиана. Divine Victoria, am I interrupting? Of course not, Inquisitor. I was catching up with Redcliffe's Arl. He's here to represent Ferelden at the summit. Inquisitor, good to meet you. Это он? In Redcliffe, my lord. Blessedly это ты, Ган? The mayor conveys his greetings. Господи, Redcliffe remembers its savior. В оригинале это было лучше. I had hoped to steal a moment of the divine's time. Very well. We'll continue this later, your perfection. Many are frightened of the Inquisition's power, but I will do all I can to allay their fears. Is there anything I can do to make your job easier? Explore the grounds. Let yourself be seen. The delegates need to put a face to the legend. I have much to do, but let me say this. I may no longer be your spymaster, but I am always here if you require. Не знаю, что лучше распустить. I'm glad you finally arrived, Inquisitor. The Crown's anxious for news. And your thoughts on Ferelden's position? The breach is long gone, yet Skyhold's army remains. Ferelden can't continue to ignore soldiers on its borders. Начинается. I appreciate knowing where Ferelden stands. You are owed that, Inquisitor, especially here. These Orlesians will talk circles around you before you get a simple greeting out. I won't keep you longer. We'll have words enough when the Exalted Council begins. Начните заседание Священного Совета. А Аникерш
Халфер. Список разнообразных сокровищ. Брошюра, возглавленная как высококачественные товары и новшества для знати от самого утонченного торговца 86-го года 7-го столетия бурь. Представляет собой сборник гравюр, изображение необычных вещиц. Лучшая в мире шикарная чесалка для спины. Универсальный трехэтажный, понятно. Королевская депеша из Ферлдена. Так. Все, да? Начнет совет. Эх. Если только можно вот одно телосложение еще получить. Пойдем еще одно телосложение получим. Угу. Ну. Пойдем начинать совет. Не знаю, что из этого получится. Что-нибудь, да получится. После начала заседания Священного Совета общение со спутниками станет недоступно. Окей-доки. Мы поговорили со всеми, кого хотели видеть. Thank you, Your Holiness. Now, Artigan, as to your concerns. The Inquisition established an armed presence in Ferelden territory. You outright seized Caer Bronach in Crestwood. Yes, from bandits. Would you like us to give it back to them? Your help was appreciated 2 years ago, Inquisitor. Now order has been restored, yet you remain. Invading under pretext of restoring order is exactly what the Grey Wardens did to us centuries ago, and we exiled them. Now the Inquisition is doing the same thing with Grey Wardens in their ranks. Your concern is ill-founded. The Grey Wardens have proven their worth time and again. Of course Orle tolerates this interference. Without the Inquisition, Selene would have neither her throne nor her elven marquise. Rest assured, Tegan, the Empire of Orle will not stand idle if the Inquisition oversteps its bounds. Unlike Ferelden, however, Orle understands that these were the well-intentioned mistakes of a young organization. An organization in need of a guiding hand. Yours, no doubt. Pardon me, Inquisitor. Divine Victoria wishes to speak with you in private. Но она ведь здесь, да? The Divine Victoria, who is sitting just up there? Yes, and who was once your spy master. It's a pressing matter, Your Worship. My apologies. An urgent matter has come to my attention. Ambassador Montelier, can you handle this for a short while? Of course, Inquisitor. This is highly irregular. Perhaps it would be best if we took a short recess. Что она хочет нам сказать, что она хочет забрать нас себе? В принципе, под Лилианой можно походить. Мы, в принципе, и так под ней ходили. Будем честны. The guard said we should both see this. I believe she was correct. Ooh. A Kigari warrior in full armor. How did he get into the Winter Palace? So, what would the left hand of the Divine see when she looked at this? This is a warrior, not a spy. Part of the Antam, the Kigari military. Most of his wounds come from a fight against someone using magic, but at least a few are from a blade. He was badly hurt, separated from his allies, and made it here before he died. But how? Would the Iron Bull know anything about this? I asked, and he is as surprised as we are. He says that if this were an official Canary operation, he would know. That suggests we're dealing with a rogue faction. We need to find out what's going on. Can Josephine manage the diplomats while I look around? She will be fine. It's all speeches and posturing for the first few days anyway. I will extend the recess as long as possible.
I will also have our friends ready themselves for battle if need be. You think that's likely? I think the Exalted Council may be more exciting than we expected. Не помню этого, если честно. Следуйте по кровавому следу. It looks like he came down over the railing. Трудная жизнь в верхнем городе. Косточка. А как ее взять? Угу. Ну, я должна была попробовать. Может, сверху попробовать? Там он что-то блестит. Да бля. Как туда прыгнуть-то? По-моему, только здесь можно прыгнуть. Мне так кажется. Уи! Есть. О-о-о, хорош. Флакон одеколона. Абсолютно ненужная вещь, но мы ее взяли. Так, выбитое окно. Точнее, нет, не выбитое, открытое. Угу. Сила плюс 2. Угу. An active illuvian. If I'm going through it, I'm not going alone. Сапфир, следуйте пойти. Но это же не может быть сразу Солос. Ага, я, говорит, не должна быть одна. Бам. 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 Пойдет? Думаю, пойдет. This is the crossroads. Morrigan brought me here while showing me the Illuvians. И они явились на зов. Judging by the blood stains, he tried to get through here. Is there a problem? This mirror doesn't look broken, but it's inactive. Maybe there's a way to unlock it. Как-то запустить? Хм. Не очень, если честно, помню эту часть. Что это? Зимний дворец. Окей. Если я туда вернусь. Под ногами статуя, как говорится. А я... Доспехи? У меня есть доспехи? Можно? Спасибо. Вы же все одеты как нужно, да? Так, здесь можно войти в Оливиан. Но кровавый след здесь. А давай сходим в другое место, нет? А если я войду не туда, что будет? Ладно, давай здесь сойвонемся и с чего откатимся. Бонусный уровень.
Книга бабочек. Страницы этой книги представляют собой тонкие застекленные деревянные пластины. Под стеклами, приколотых к подушечкам, покоятся разноцветные бабочки, которые размером с медяк. Некоторые размером с медяк, а некоторые размахом крылья с ладонь. В обложке вытеснены слова в честь твоего 12-летия самыми теплыми пожеланиями, графиня Лютеция. Кто это? Лунасвет на перу теней. Не все выживут по пути. Выцвевшее письмо. Об открытии бреши. Ну, чисто полутать. Тронутый тенью обсидиан. Иллюстрированный журнал. Take down the demons. Ну, привет. Что я не могу к своей спине подобраться. Ну, так тоже ничего. О! Давно ты здесь? Да, у нее мясная булава. Хочешь, пожалуйста, выпить? Спасибо. Давно я тебя не выгуливала. Че, теперь она откроется? Рука что ранит? Бонус крит урону. Заметки о методах зачарования. Слушай, так слушай, это прекрасное кольцо для меня. 2+10 лечение при убийстве. Вот так. Все. Слушай, не зря сходили, я считаю. Очень красивое место. Побывала. Я бы побывала в такой библиотеке. Знаете еще, чем пахнет? Красавица и чудовище. Бель в библиотеке. Прям прекрасно. Мне нравятся эти мешковатые штаны. Так, ну а теперь мы идем куда надо. Где мы? Я не помню этого места. Вообще не помню DLC, чужак. Ну, финал помню, конечно. Его грех забудешь. Найдена башня, увитая лозой. Насколько тысяч процентов это связано с Солосом? Another Kunari, dressed like the one in the Winter Palace. He's part of their military, dressed for war. А тут ворота, ля. И закрытые люди. Угу. Ну, сам Бог велел посмотреть, что здесь есть еще. Что это? Больно.
Видимо, меня воскресил амулет. Не очень хорошо, но ладно. Help the Inquisitor. Блин, какая красота. Господи Иисусе. Вау. Scorch marks everywhere. This is the work of a mage. A powerful one. I can still feel the heat crackling. We need to find out why these Kunari were here and who did this to them. Ну, наверное, Солос, я не знаю. У меня нет других предположений. Найден мост. Хотя. Разбитая статуя фигуры, сидящая на пьедестале. Кто там, да? If we want to know why they're here, we've got to get across to that island. Разбитые люди. А это нормально, что тут столько иллювионов? И что они все типа рабочие? Здрасте. Я думала, вы враги. Нет, вы враги, понятно. Как мой мужчина на меня кричал. Конечно, мы с Кассандрами послабее, чем с быком. Ну и так, в принципе, тоже можно. Выслушать Блэквелла? What? Too bad we're not here at night. We could come back when it's dark, use the stars to see exactly where we are. Так, там опять то, что меня будет бить. Рассмотреть. Приветствие волка. Волна сильной магии вызывает ощущение равнодушной встречи. Появляются образы. Древние эльфы, рабы, бежав, находят прибежище в этом месте. Вот их встречаются братья. Вот их вот им обрабатывают раны. Слова не столько слышатся, сколько ощущаются. Финхарел приветствует вас. Отдыхайте и знайте, что ужасный волк защищает вас, а его бойцы защищают долину. Здесь вы свободны. И если доверитесь нам, то уже никогда не станете вновь рабами. That was like Veilfire. It claimed this was a refuge for elven slaves. This whole valley was a sanctuary created by the Dreadwolf Fenharel. Fenharel? The Dalish elves' god of misfortune. Блин, взять, рассмотреть. Не знаю, как я обратно пойду. These Kunari were running when they died. Let's find where this battle began. Смятая записка. А, сегодня еще 10, меня никто не видел. Окей. A letter by the Kunari. Why are they translating it into our language? Ну, я не знаю. Это тоже не очень хорошо. Не знаю, амулетом это делаются или нет, ну ладно. Не столь важно, я надеюсь. Безмолвная башня. Где мы? Что мы? Зачем мы? Куда мы? That illuvian only took us a short distance. That's the same lake we saw from the other tower. As its uses, move a lot of soldiers around quickly that way. Да, это правда. Так действительно можно быстро передать очень большую армию. Угу, ушли. Хорошо. Wounds on the back, no blood on his sword. Someone took him by surprise. This can't have happened too long ago. The blood's not even dry.
Here we go again. What a change of pace from the Winter Palace. Mm-hmm. A clear sky, a beautiful view, and yes, fields and fields of stripweed as far as the eye can see. Strip what? Terrible stuff. Looks like grass, stings like a knife, and causes sores if you so much as brush against it. So, of course, everyone in Manrathus insists it makes a very decent tea. Обещание Финхарелла. Волна сильной магии вызывает к ощущению надежды пополам с болью. Появляются образы мужчины в волчьей шкуре рядом с освобожденными рабами. Вот он пожимает кому-то руку в знак дружбы. Слова не столько слышатся, сколько ощущаются. Финхарелл по ошибке сочли богом, но он такой же смертный, как и вы. Он не претендует на божественность и не просит поклоняться ему. Ведет за собой лишь тех, кто сам готов помочь. Пускай тот, кто остается, остается по выбору. This is Fenharel helping former slaves as a mortal, not a god. He took great pains to renounce his supposed divinity. Fenharel sounds like quite the rebel. The old elven gods must have simply loved that. Ну, это, как говорится, мы еще, да, не понимаем, кто у нас Фенхарел. Ложь Эванурисов. Так. Наши эванурисы объявляют себя богами, но они суть смертные, искусственные маги, и они могут умереть, как вы. Здесь мы раскрываем их ложь, чтобы просветить тех, кто прошел. Ух ты, ёб твою мать. Разрядка якоря. Теперь якорь автоматически повышает сосредоточение с течением времени. Разрядить накопленное сосредоточение можно новой способностью в боевом меню, занявшей место кнопки ездового животного или зажатие клавиши равно по умолчанию. При разрядке якоря отряд время становится неуязвимым. Вдобавок к этому якорь короткое время ярко светится, освещая темные места и выявляет спрятанные предметы. Больно. Найдите путь к основному. Взять. This looks like it fits into that pedestal by the broken bridge. I wouldn't linger here. Давай. Он бесконечно появляется, нет? Но оно где-то здесь шумит, типа. Что мне надо сделать?
Вернитесь, верните утяжеленную статую на место. Утяжеленную статую на место? А я могу узнать, где ее место? Ну, давай предположим, что наверху. Нет? Я пока не очень понимаю. Взять добычу. Взять добычу, блин. Блять, сложно. И сейчас я обратно попадаю, да? Мост. Поместить. Ну там уже бой закончился. Знаете что? Я предлагаю вам остановиться именно здесь, потому что время уже 5:00 утра, я чувствую усталость, да, и к серии уже по своему логическому завершению, по хронометражу точно подходит к концу. Что ж, спасибо вам огромное, что остаетесь со мной. Нам осталось недолго, я так подозреваю тут. Ну, не знаю, по моим меркам, наверное, не больше 2 серий, а там, ну, 2-3, может быть. И пойдем уже с вами в следующий наш... вечный проект. Он будет еще больше, еще хуже. Все необходимые ссылки находятся в описании. Приходите на прямые трансляции. Они каждый день на Твиче. Все ссылочки в описании. Подписывайтесь в Телегу. Там вы можете влиять на то, какой же стрим будет сегодня. Не упускайте свой шанс. Удачи и до скорых встреч. Пока-пока.